Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения Sid Meier's Civilization 6 на уровне сложности Божество за Шотландию со случайными технологиями и социальными политиками. Тяжелая ситуация у нас. Спарта давит. Плохое развитие. В общем, тяжело. Это все реально тяжело. И в этом и интересность, кстати. Так, отправлю, наверное, в Стерлинг здесь. Караванчик. Мне, конечно, надо использовать карточку, но пока мне и бастионы, и маневр надо. Мне надо построить побольше коников. Так, мне надо в Абердин поставить коня. Прежде мне, наверное, надо убить мечника. Блин. Давайте, наверное, так сделаем и так. Дальше выйду сюда лучником. Коня, потому что, видите, 43. Но вот тут есть проблема с этим. Ну, Абердин не должны взять, конечно, обстреляет, но вот эти две катапульты не очень приятные. Ладно, сейчас еще подумаю, что там делать. Блин, еще куча территорий. Смотрите, сколько куча территорий у Греции тут на самом деле. И у Мапуче. А вот получилось, что все зажали меня. Всем прокачал улучшение. Следующим ходом все улучшится. Когда я тут дороги прокладываю. Это меня смущает, это вот армия Австралии плывущая. То есть, неужели собирается мне войну объявлять? Ну, просто вот эта армия вообще мне ничего не может сделать. Но если он объявит мне войну и будет грабить территорию, будет неприятно. С другой стороны, ну, хотя 493 многовато, конечно. Вот у меня проблема, что все мои соседи, вот, точнее, оба моих соседа слишком много армии имеют. И именно поэтому они мне войну объявили. То есть они не ощущают боязнь. О, там Греция, Спарта еще с кем-то воюет. Это очень здорово. Это очень здорово. И у Эфиопии с кем-то плохие отношения. Надеюсь, Спарта отвлечется от меня. Так, стоим. Стоим. Тоже стоим. Ну, еще всадника. А, у меня не хватает уже. Сколько у меня лошадей? Вход 2. Никто мне совершенно случайно лошадей не продаст. Кстати, у меня с Мапучи хорошие отношения. Мапучи дружба. А сколько у меня денег? Не буду делегацию отправлять. Что насчет Джона Кертина? Нет. Так, Мапучи, если у нас с тобой дружба, может ты мне 3 лошадки? Нет, видите, восклицательный знак, это он не будет торговать. Австралиец. Нет, блин. Да, лошади, конечно... Навес золота. У меня еще только один ресурс, а железа нету в принципе. Ладно. Будем ждать. Мне, конечно, всадники нужны. Так, ладно. Что тогда тут строить? Гавань есть. Но мне бы юниты построить по той простой причине, что у нас сейчас бонус по производству идет. Может, еще лучников. Так, я должен строительство ускорить. Для этого я строю водяную мельницу. Так, следующим ходом надо будет не забыть тут все убрать.
Ну и проблема, конечно, с довольством из-за долгой войны. Видите, я тут аж остался от войны минус один, минус 4. Так что, не знаю, как бы мне с Горго мир заключить, она вообще не хочет. Вообще никак не хочет. Блин, у нее город 14, Эритрея. Ну там, конечно, храм Артемиды. За счет этого... Да. Ты серьезно? Не, вот то, что Австралия мне войну объявила, это очень... А вот это уже... А вот это уже серьезное. Меня Голландия с меня лошадей их просит. Блин, летучий отряд уже. То есть летучий отряд на самом деле где-то вот тут, я так понимаю. Но мне бы хотя бы в арбалеты выйти. Не, ну это смешно, что мне Австралия войну объявила. Реально. Так, один ход построится. Водяная мельница. Развлечения тоже откроются следующим ходом. Мне просто наемников надо открыть. Блин. Ну хотя бы так. Блин, я вообще кораблем вернуться. Я-то думал, что я тут стою, чтобы... Греческий не пропустить, а у нас тут еще, видите, приехали австралийцы. Добрый вечер. Да вообще какой-то мрак, конечно. Чего австралийцы-то объявил? У нас хорошая, да ладно, дружба была и... Армия у нее не настолько больше. Почему он ко мне приплыл? Какие вообще варианты? И он даже не в дружбе с этими. Трындец. Я вообще не понимаю, почему ко мне приперся этот чувак. Я пока как будто я тут строительство открываю. На самом деле я обработку железа открываю. Это странно. Так, мечника, пожалуй, не буду пока убивать. Ну, потому что меня убьют тогда эту коляску. Надо сюда идти. Я боюсь, эту лошадь мне, скорее всего, завалят. Некуда мне тут послов отправлять. Да. Все выжили. Ужас, конечно. Так, я строительство открыл, да? Лесопилку могу строить и открыл сразу игры и развлечения, да? Да. Мне прямо в наемники надо идти.
помощью квадрирема. Может, квадрирему построить? Поставить на 100%. Я подумаю. Так, доступно повышение. Что здесь? Так, ну надо как-то валить. Катапульты. Так, сначала тут бонус поддержки больше, поэтому сюда наносит с собой. Вокруг этой больше юнитов находится. Видите, 3 юнита, она имеет бонус 6 поддержки. А тут всего 1, значит плюс 2. Хотя тут типа место круче. Так, ладно. Так. Так. Так, минус катапульта. Это лечится. Очень хочу, чтобы меня обратила Эфиопия, просто потому что тогда у меня хорошие отношения с ней начнутся. Поэтому я буду очень рад, если меня Эфиопия обратит. Так. Поскакали конем, наверное, там с этим разбираться. Так, давайте тут, наверное, коня я построю. А тут я построю квадрирему. Два хода. Стоит ли мне менять карточку? Кавалерия, нет, мне все это надо. Мне кавалерия точно надо. Я бы, конечно, даже очень хотел изоляционизм поставить, но у меня всего два. Так, наверное, этим тут пока постою. Ну, бессмысленно привез тараны, потому что у меня тут нету стен. Всему тараны вообще не надо. А конь этот мне поможет, блин, тут, конечно, ну, по идее, не должен разграбить. Блин, ну там галеры моего скаута фигачит. Блин, а вот это уже неприятные пикинеры. У меня как раз юниты... Ну, наверное, лучников еще надо. Но это вообще трындец. Почему Австралия мне войну объявила? Я просто не понимаю. Просто не понимаю. Плюс один к жилью во всех городах. Ну, не буду тут ничего менять, да. Ну, скон могут взять. Конечно, было бы неплохо стены все-таки сделать. С другой стороны, если конь появится, то я его сюда поставлю. Тут большая. Тут. Ну, у пикинеров сколько силы? А, блин, сейчас, наверное. Так, давайте глянем. Пикинеров сила 41. Ну, не должен город браться. Да, убили мне скаута. Так, тут все вроде норм. Он будет пытаться летучим отрядом, но не должно ему хватить силы. Я должен эту катапульту убить, по идее. Так, давайте квадрирему тоже. Здесь. Апнемся. Thank you.
Да, тут я, наверное, зайду в город, чтобы силу увеличить. Города 38. Тараны к силе не дают. Это он просто вынужден будет воинами атаковать, которые 38 это, ну, ничего. Так, встану сюда. Блин, вот просто реально Шотландия в осаде. Просто... И это интересно, наконец-то стало. Хотя, почему, опять повторюсь, почему мне Австралия объявила... Я вот Спарта почему объявила войну? Я с самого начала партии говорил, что мне Спарта объявит войну. Странно, что Эфиопия не объявила, но, видимо, у нее не такая высокая агрессивность. Хотя у нее больше всех армий, 1108. Вот я думаю, что если мне Эфиопия объявит войну, это все будет. А вот Австралия почему приплыла с армией чуть больше моей, фиг знает откуда, чтобы объявить мне войну, и при этом, будучи со мной в дружеских отношениях, я не понимаю. Так, темпл-майор, так, разведчика убили, это понятно. Тут конь ТГД... А, слушайте, у меня вот тут еще что-то стоит. Давайте этого сюда. Коня туда. Так, что у нас здесь? Тут мне надо разобраться с катапультой. Обязательно. Тогда город точно не берется. Да, придется это еще проатаковать. Так и так. Отлично. Просто здорово. Лечимся. Ну, я считаю, что Спарта уже должна мир просить. Наверное, следующим ходом. Тем более, что она с кем-то еще в войне. То есть, вот это сейчас... Она город не берет, эти юниты умирают. Ну, давайте, наверное, пойдем тоже лучником к Австралии. Так, тут стоим. Тут потихоньку возвращаемся. Я гляну, тут нету катапульты. Если нет, то я разграблю ему гавань. Блин. Какой юнит? А, блин, я думал, там он не может высадить. Ну, а там один заряд был. Так, сикхизм. Ну, в принципе, все равно можно грабить. 76 золота, это мне очень в тему. Так. Мне надо квадриремой убить юнит, поэтому сейчас не буду давать. Отлично. Так, теперь у нас умирает вот этот летучий отряд. По-моему, эта катапульта не может выстрелить. Тут холм с лесом, а он даже не на холме. Да, там можно не трогать ее. Эту апгрейдим. Это походило. Так, собираем бананы. И ставим... Или мне маяк сначала? Ну, блин, там все это разграбить могут. Давайте, наверное, кампус поставим. Фух, блин. Так. Тут мы стоим. Кого мы тут убьем? А если я подойду, будет атака с фланга? Да, есть атака с фланга. Хорошо. И это еще, наверное, даст атаку с фланга. Да, плюс 4, видите? Вот не забывайте, вот это окружение юнитов, это хороший бонус добавляет.
Давай, Эфиоп, обращай меня полностью. Он там что-нибудь добавил к своим верованиям? Потому что то, что у него тут есть, это, конечно, говнина. Абсолютно мне ненужная. Так, вот эту лучника мы прокачаем. Боже, у меня всего 1,2 золота. Просто мрак. Это из-за того, что у меня юнитов просто немерено. Я на содержание юнитов, мне бы хотя бы карточку на содержание юнитов, но не могу. Потому что мне строить все надо. Блин, может колосс построить? Это мне поможет. Еще один караван. Я, с другой стороны, правда, мне посылать некуда. Ну, мне нужны ли мне юниты вообще, вот если так посудить? Я отлично отбиваюсь. Я смотрю, у меня даже так прокачались юниты, что я от летучих отрядов отбиваюсь. Нужен ли мне... Ну, с другой стороны, вот это сейчас то, что мы приняли способность, чтобы быстрее все строить. Может, катапульту построить? Парочку. Вот это... На них нету карточек даже. Так, давайте я, наверное, встану сюда. Он высадиться не мог. Вот тут мне захватили рабочий, но там один заряд оставался. Я просто стоял, чтобы... Ну, тоже не совсем, конечно, хорошо. Ничего не скажу. О, я еще могу дальше ехать. Или постоять, разграбить. Я, наверное, поеду дальше. Ну, кстати... Давайте, он тут меня не может убить. Так, приехал Пингала... Он мне пока что дает? 15% науки и культуры. Ну, его бы на науку качнуть. Ну, вы просто посмотрите на... Уже на Голландию посмотрите, да и Австралия та же. Я просто поражен, что Австралия при этом приехала никакими юнитами. То есть это мне супа-дупа повезло в некотором смысле. Так-то он, по-моему, дальше всех, да, находится? Ну, вместе с Вильгельминой. The Lord made us all out of iron. Then he turns up the heat to forge some of us into steel. Да, ну это, видите, 17 нормально, то убивается все. Так, это тоже умирает. В страшных корчах. Лечится стоит, лечится после ближнего боя. Блин, он уже даже по океану плавает, прикиньте. Ладно, ну, квадрирему я качнул. В принципе. Так, постоим. Так, на этом фронте все зашибись. Мне надо, чтобы еще один город обратил... Эфиоп, и я буду как бы считаться обращенным. Блин, приходится этим стрелять. А я бы... Ну, надо убивать... Так, давайте мы поменяем местами вот так. И я хочу где-то лес вырубить. Похоже, нигде. Похоже, лесопилку надо тут строить. Так, как у нас тут дальше? Тут образование, тут военная тактика. Хрень полная. Ну, нам машиностроение надо. Арбалеты нас спасут от всего.
Так, плывем отсюда нафиг. Сколько у тебя уже войск-то осталось? 500... Слушай, я тебя уже догоню. Ты вменяемая вообще? Нет, невменяемая. Кого я спрашиваю? Так, табак у Вильгельмины. Но мне и нечего дать. Или цитрусовые? Цитрусовые, наверное, да? Да. А, она не хотит... Не, нормально. Так. Отлично. И вино я торгую с ней. Отлично. Но у меня все равно проблемы с несчастьем, даже несмотря на все мои... Да, в Роксбурге минус 3, конечно. Это очень большой штраф. Минус 10% ко всему. Мне очень надо мир заключить. Почему Спарта такая упоротая? Я выкуплю эту... Нет, блин, мне деньги нужны на апгрейд юнитов. Чего я тут не выкуплю? Прям с моря атакует. Но это не берется. Вот этими юнитами. Так, вот теперь, наверное... Я смотрю, что немножко уменьшается сила у Эфиопии, но она вроде ни с кем не воюет. А варваров, напоминаю, нет. Блин, долбанные Спарта. Конем очень больно бить по... Знаете, я даже постою, пускай он сам проатакует. Это вообще, наверное, ваншот, нет? Придурок австралийский. Что он может плавать по океану, значит, он каравеллы открыл. Где каравеллы? Почему они не приплыли? Вопрос. Так, ну мне точно тут нужны стены. Тут точно нужен... А, я не достроил маяк, потому что этот придурок сюда встал. Вот дебилоид. Может, все-таки... Не, надо постоять. Встану в защите. Так, сюда подходим. Тут я что, центр коммерции достроил? Рынок. Тут 5 ходов. Может, маяк доделать? Что-то производства мало. Лечимся. Лечимся. Он будет город обстреливать. Не думаю, что он будет квадрирему. Хотя я бы лучше квадрирему. И мне надо апнуть лучника. Надо проатаковать катапульту, к сожалению. Так, надо поменяться местами. И я бы тут, конечно, этого атаковал. С другой стороны, этот не может. Блин. Ты все еще опять не хочешь, да, мир заключать?
Поведу туда, потому что там есть какой-то флот у Австралии. Так, а я тут случайно стены не могу поремонтировать? Нет, пока. Блин, 33 маловато против катапульты, но ему нечем брать. Сюда встану. Так, это пульта. Еще один ход могу строить лошадь. Всадник. Ну, мне не хватает постоянно лошадей, видите. Недостаток жилья. Ну, тут у меня на производство стоит. Это нормально. Да, вот это... Неприятненько. Он не может подобраться пока к моим юнитам, но Абердин будет сейчас... Да ладно, кого мне там убил? Ну, это ты зря. Так, катапульту. Нет, извини, чувак. Я все надеюсь на мирный договор. Так, что тут у нас? Отлично. О, уже видите, более-менее. Это все еще неизвестная причина. Ну, сейчас обратит, у нас должно начать плюс какой-то быть, по идее. Так, а меня кадрирема убили. Это я зря. Блин, вообще. Ну, это я так сделаю и... А, я вообще ваншотнул. Ой, зря. Ну, хотя он, наверное, сюда встанет. Я думал, я добью сейчас этим. Ну, ладно, наверное, в принципе, и неплохо. Хорошо, а если я сюда зайду, повысит силу? Нет, не повысила. Блин, а что этот отсюда ничего не обстреливает? Ну, это не очень хорошо. На самом деле, мне этого лучника могут убить. Вот если этот сюда решит напасть, то он убьет лучника. Тут холм, да, мне вот этот лес надо удалить каким-то образом. Так, кампус, потом маяк. Тут я маяк таки достроил? Нет. Тут зато достроил. Ну, тут тогда давайте Блин, три хода, а здесь... Тоже три. Ну тогда здесь давайте торговца. Они мне завалят галеру. Ну и ладно, я этого лучника, наверное, тогда валю. Галерой надо отойти. Вот, я этого мочкану. Так, этот лечится. Этот, блин, мне как-то тут лучник... У меня, видимо, лучника не знаю даже. Этот лучник, мне надо тут лес вырубить. Блин, ладно, стоит тогда пока. Подарили, мы убили, это я зря. Держись, Шотландия. Держись.
Нам поменять следующим ходом. Наверное, плюс 50 кавалерии я все-таки уберу. И мне надо поставить на караваны. Вот это мне надо. Содержание юнитов круто, конечно, но я не могу это сделать. Я вот не понимаю, вот какая-то странная... Знаете, что меня смущает всегда? Почему олигархия дает бонусы к опыту юнитов, а не автократия, которая, казалось бы, больше на войну? Зато автократия почему-то 10% к чудесам. Типа, такие автократы, которые пирамиды заставляли всех строить, типа, это имеется в виду? Да, но мне надо с болота уйти. Так, 6 ходов до наемников и 6 ходов до арбалетов. Отлично. Мне надо как-то сохранить... О, дополнительная атака. Блин, 6 ходов. Опять я не выйду. А я где моя вот это улучшение шотландское? Горец и поле для гольфа. Где это вообще? Тяжело, тяжело. Так, Шотландия. Поле для гольфа. Поле для гольфа в реформации. А горец... Вместо стрелков-разведчиков. Но это точно далеко в нарезных стволах. Это точно далеко. А реформация где-то тут должна быть. Блин, она где-то вот тут. Я не открою. Да, я опять пролетаю мимо героического. Ну что, глянем, как катапульта расфигачивает кораблики. Так, надо, наверное, вот так выехать. Тоже катапультой. Ну, тут это как бы типа наземный юнит, хотя странно. Должна быть, по идее, катапульта и против юнитов, которые на море находятся, нормально работать. Имхо. Это было бы правильно. Так, стены я все еще не могу. О, могу. Так. Отлично. И они будут починены. Так, 6. Спарта, мир. Так, господи, что ж ты такая отмороженная? И этот не хочет, господи. Это вот 364 армии. Просто приплыл все потерять, я так понимаю.
Ну я просто, смотрите, что с развитием. Просто трындец. Это мрак. Так, торговцы я там строю. Давайте, наверное, строителя сделаем. Надо улучшать клетки. Бонус соседства для гавани и флотоводцы, но не в этот раз. Так, значит, кавалерию я уберу. И гляну. Да, все равно всадник. Давайте один ход всадника все-таки построю. А здесь... А, блин, я не убрал. Может быть, он не один ход. А сюда я хотел поставить изоляционизм. Хотя бы на 5 ходов. Бонус. Да, все равно один ход. Блин, приплыл, чтобы поцарапать стены мне просто галерой. Что за странные компьютеры вообще? И... Так, наводнение в Эфиопии. Появляются стены в Абердине. А это значит несколько обстрелов. А это значит... Так. 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 Зона контроля. Наверное, добьем. Блин, нельзя добивать. Потому что я тогда под выстрелы Афины попаду. Афин. Все повышения получают у меня юниты просто. Все по очереди повышают, получают повышение. Устаревшая, но очень опытная армия. Всё, я, по-моему, уже должен быть... Да. Ну и что, это повлияло на отношение ко мне? Нет. А почему? Каким-то высадился этим. Стены, торговец, Альгамбра, минус 3. Торговать все еще нечем и не с кем. И вообще какие-нибудь, ну вообще черепахи можно было бы обработать вот тут, например, да? Меня так лучники так обстреляли вольно. 4 хода. Да, ну не должен я выйти в героический, к сожалению. Не должен. Ага. Так, дайте я обстреляю сначала. Да почему... А почему он... Я хочу не дуболома обстреливать, а... Ну ладно.
Так, 4 хода до арбалетов. Так, у нас бегает из Колена и из Роксбурга. Давайте из Абердина отправим. Просто юниты приходят, чувак сливает. Против антикавалерийских возьму. Высажусь сюда. Блин, Горга, ну господи. Да, только если я все города отдаю, тогда она примет мир. Ясно. А Шотландия... Австралия. Этот даже всеми городами не удовлетворится. Ясно. Ясно, понятно. Говорит, очень тебя не люблю просто. Очень ты мне не нравишься. Так, жилье, торговец построен, гавань. Тут нам нужен явно рабочий. Так, тут стены. Маяк достраиваем. Ну, вроде ваншота не должно быть. Да. Я просто подставил, чтобы он немножко развлекся, так сказать. С радостью приветствуем вашу делегацию. Хорошо. А помните, у него было 1000 армий, а у меня 140? И он говорил, что я представляю опасность. Когда у нас... стало примерно равно, он говорит, теперь ты не представляешь опасность. По-моему, что-то не так с Миниликом. У меня такое есть подозрение. Один к перемещению возьмем. Прийти, слить всю армию. Я поражен, конечно, способностями Австралии. То есть зачем? Вот просто зачем? Еще подставлю. Блин, опять не могу устроить, потому что это говно там стоит. Монумент, амбар. Давайте, наверное, правительственную площадь я начну. Здесь. Все-таки здесь. Так, на этом фронте как у нас... О, теперь мы сюда прёмся катапультами. Серьезно. Нам ходов тут буквально 3 хода, да?
Ну, давайте из скона еще отправим. Блин, я тут хочу отступить. Я боюсь, что этого лучника могу потерять иначе. А я его не хочу терять. Пускай он сюда влезет. И там ему объяснят, как он не прав. Ой, как ты не прав. Так, тут надо, наверное, вот так встать на всякий пожарный. Коня обратно спускаем. Не, ну коляски вообще уже бесполезные. Надо сюда с этими катапультами. Пытается тут город поставить, очевидно. Торговец готов. Стоит ли мне библиотеки ставить? Ну, блин. Мне, несомненно, надо в Таругу отправлять послов и ставить библиотеки, да. Хоть какая-то наука. Это вообще просто Абердинград, город-герой. Всунул Микены. Блин, выкупил эту клетку все-таки, эфиоп. По идее, не должен убить, а вот я его убью. Ну-ка сейчас... О, все, видите, дружелюбие. Это за счет религии. Вот, 8 неизвестных причин. Это религия точно. Отлично. Отлично. Фу. Хоть с одним. Это уже попроще. Так. Эфиоп, дружочек. Теперь. Добиваем. Или не добиваем. Так, надо маяк достроить. Средневековье ускорили. А кто же говорил, что он сюда сейчас влезет? Так, это вот парень у нас лечится. Атакуем этим. И этим. Так, теперь. Вот жалко, я по пикинеру не могу попасть. Но мне надо в первую очередь летучий отряд убивать. Эти стоят на месте. Высаживается. Стоим, лечимся. Два хода осталось, да. Вот очень жалко, что не хватает мне героического. Хоть как-то смог бы тут. Так, ну по идее не должны меня убить двумя катахом, да, двумя катапультами. Вроде не должны. А, этот у нас что будет обрабатывать? Давай.
Давайте, наверное, шахты поставлю. Кампус. Очень мне хочется во всех городах кампуса поставить. Ладно, я думаю, пора колосс строить. Наверное, с этой стороны я, возможно, сюда театралку поставлю. Да, потратил деньги, но не всех лучников апну в арбалеты. Часть подождет своей очереди. Равнина, леса. Ну, давайте тут сделаю лесопилку. Блин, как я еще тут кампус поставить, но не могу. Так, продолжу тогда строителей. Я, честно говоря, даже не представляю, как я могу эту игру выиграть, честно говоря. Это ладно, я отбиваюсь, но такое дикое отставание... Вообще не представляю. Так, ну тут мы вообще вовсю офигительно начинаем дружить с Миниликом. Как у него отношения со Спартой? Ну, уже не друг, как минимум. Блин, уже в Спарте арбалеты. Ну, мне-то следующим ходом, так что тут недалеко. Ладно, на этом закончу серию. На этой тревожной ноте, хотя, ну, по-моему, в конце каждой серии тревожная нота. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас посмотреть уже пойти. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.